сегодня горбун. Жизнь довела. Первый испытатель. Ну помашите своими флагами. Такое небо заглядывает. Ну, а скоро и русалки. И русалы, ёпта. И русалы. Это были IT-вирусалы. Давай, переверни цепку. Давай, давай, коси траву. О, надо убегать от него. Давай, давай, круче. Давай, 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 давай. Надо подальше от него. Чуть-чуть осталось, давай! Куда мы доехали? Деревня Богоявления, вот. Здесь храм старинный. Вот. Вот это деревня Богоявления. Там еще один такой прудик. Ну как в Свитино, Жохово, Кленово. Такие запруды. Понятно. Дальше пойдем. Прикольно, можно рыбку половить. Пойдем, может, до Львова дойдем, а потом в обраточку. Да? До Львова — это где Львов? Ну это аналог нашего поселка. Только недоговоренные почему-то. У нас Львовская, а у тебя Львова. Привет, Львова. А, привет еще на Рафаминском. Отморозком почему-то они писали. Что же, они круче нас? Ладно, привет, парни, вам. Бегите быстрее, бегите! Ну ты профи, профи, профи. Квадро, маньяки! Так, дубль 2. Держи. Это второй качок уже. Сколько у нас давления на красной зоне? Насос нашли? Вот он. Вот насос. Насос. Лишь бы не взорвалось колесо. Сейчас мы получше его надуем, я надеюсь. В тот раз мы его не чистили вообще. А теперь используем мои салфетки. Очень хорошие салфетки из Ашана. Стоят что-то рублей 40, 80 штук. 40 рублей. Очень дорогие. Нет перчаток, не делай. Как дорогие, блин? А он не 80. Какую штуку? 80 штук, во. 37 рублей, что ли, 38. Офигенные салфетки, рекомендую, пацаны. Я вообще... Каждый день позвонить, сказать, вы нам должны за рекламу. Да, Ашан теперь должен это проставиться хотя бы пацанам. Супербаллон готов к использованию. Вот два инструмента надо, чтобы открутить повторяющий раз. Ниппель и насос. Фу, насос. Сейчас. Сейчас Артур найдет просто сосок еще, где он. Ты говоришь, подготовь. На, выкручивай. Аж через меня надо. Там, блядь, нечем. Даже нечего крутить, там грязь. Ну, грязь как раз вытащишь. Ентой штучкой. Что-то гомары заебали. Гомары, блядь. Гомары-гомарята. Не клещи, ёпта. Гомары-гомарята. Нога. Вытаскиваем чеку. Я боюсь, на второй раз не хватит. Куда поехал, дебила? Куда чемодан ты класть будешь? Тихо, не потеряй, тут у меня нет запасного. Ниппеля. Чё ты свет-то включил, Роден? Да темно, не видно ни хрена. Ну, может, комары отлетят хоть? Стреляешь. Наоборот, они на него летят, бля. На свет? Конечно. Тут я смотрю, они вот здесь кучкуются у меня вот в этой стороне. Родион, у тебя же есть это как? Все, убегайте, пацаны. Подожди, давай его это. Прижмите. Да, прижмите. О, давай. О, вот и все, парни. Там еще есть что-нибудь? Это, давай обратно. Ну ладно, что. Все, походу, больше нету. Хотя нет, что-то есть. Давай тут сейчас. Я бежать. Не спец. Пипец. Вот это если потеряем будет. Где же пора по спец голос сорвал, пипец. Жесткач. Да, резина пиздата, да, мягковато, конечно. Да вон мягковато. А что это за резина? Давай. Бля, забыл, как он называется. Вампир или что-то такое. Дьявол. Вампир от дьявола. Американская какая-то. О, у нас еще есть чуть-чуть. Оставим. Вдруг пригодится. Вот и все, пацаны.
Обращайтесь, я вам сделаю такую херню. Слушай, вот мне интересно, вот комаров... Дешево и сердито. А что они жрут? Девчонки, что там, нормально? Вода, да. Пах, там вода, не поедем. А воду не поедем. В воду не поедем. Пах, ну-ка ты скажи, что там у нас? Там? Вода, да. В натуре вода. Все застряли. Что, не едет? Толян, уехал, пускай? Толян уехал. Он проехал? Смотри, Саня прет. Саня, ну, гонщик. Ха-ха. Да. Вот она, вот она. Наша стихия. Ты что там, где объехал, хорек, да? Газу только побольше. Все проехали, а я тебя столкнул. Как-то я повис что-то. Девчонки, разбегайся. По прямой, Лех, по прямой. Тут все ехали. А? Там, ну, блядь, ты как сам в своем утюге можешь это пристрять. Газку, Леха, и все. Давай, давай. Воу, давай, пошел. О, вот это настоящие квадроманьяки. Ого, кто там, паук? Кого мы разогнали, какой-то? Паучок! Ловите быстрее! X8 здесь пропер нормально. А меня-то кто вытащит? Блин, нифига, я тут в какую-то колею въехал, непонятно. А чё вы уехали, а кто меня вытаскивать будет? Все, прощайте, пацаны. Кто в Забродниках, пошли? Кто в Забродниках, я не в Забродниках. Нормально, вот у вас нормальные сапоги, мне нравятся, пошлите. Я в кроссовках. У Толяна чё? Давай, пацаны, давай, нормально. Зачем мне лебедка, я не знаю. У меня вот пацаны есть нормально. Шрус вылетел. Шрус вылетел, ебать. Как поедем? Вот суки, суки, можно говорить? Суки. Напугали, блин. Вон они там проехали. Не будем мы уже буксовать нам. Ничего интересного здесь нет. Чё ждёте, когда я на козла стану, да, так? Прянушка. Вау! Шрус у меня вылетел, ах! Шутники! Шрус вылетел, а? Вот она. Ржут. После слова шрус вылетел, деньги побежали в уме, да, считать по этим? Дын-дын-дын-дын. Что тут творится? Толян что-то повис там, походу, где-то. Что, ёпта? Не, ну так-то просто он 3 миллиона стоит. У меня тоже самое стоит, Сань. Я же на 3 миллиона, Сань.
Толян псих. Толян теперь стал психом. Я Саня аж квадрик испугался и заглох. Садись, поехали. Что это? Проедем, садись. Кто бросил девчонку, а? Сволочь. Он у меня там рюкзак, катай ее куда. А, стой! Куда поехал? Обиделся. Давай к нам. Отчуди. Да вон, Лёх! Лёшка, садись. Лёх, стой! Да ладно, она что, весит 10 килограмм? Давай, Лёха! Толян, у тебя бензин закончился, что ли, а? Вчера, вон, полгода. Только что нам говорил, что у него бензина нет, а на камеру не хочет говорить. Я по лужам проезжаю, и всё смывается. Нанотехнология от квадроманьяков. Промываем радиатор. Толянина ноу-хау. Что-то дырявая, правда, она у меня какая-то. Ты свою-то дал? А у меня нету радиатора. Что, елишь? Какая-то хреновая нанотехнология. А вот, кстати, посмотрите, как светят родные фары. В грязи. Они практически не светят. Сейчас я включу свой бластер. О, так нормально? Ксенон, ёпкаром на бабай. Немножко грязи для вас. На заднем приводе прём пока. Ну сейчас, в принципе, сухо, сейчас нормально. Сходу проходим везде. Толян что-то забуксовал как-то. Вот, короче, покатушка сегодня так себе. Ну, для вас, конечно, для нас нормально. Но не помесили мы грязь. Что-то не было настроения особого нырять глубоко. Ну, вы побыли с нами, с квадроманьяками. Давайте всем удачи. Не знаю, сниму что-нибудь дальше, мне неизвестно. Но настроения что-то сегодня не было, парни, простите. Извиняйте, простите. Вот они, маньяки. Так что давайте до новых встреч всем. Привет моим любимым зрителям, кто со нами Ковалин общается. Я крэзи маньяк. Это наши маньяки. Все, пока. Вот, вот, нашивку свою показывает крутую. Подразделение Гром, поискаем спецназ. Гром с нами, короче, если что. Вот он. Нас сегодня мало, 6-7 человек. Ну, возможно, еще что-нибудь сниму для вас. Но пока все. На всякий случай. Ничего такого не было. Покупались. Опросиком погоняли. Покушали. Ну, короче, охрененно отдохнули. Но все равно это экстремальный отдых. Парни, будьте аккуратнее, пожалуйста. Потому что постоянно косяки случаются всякие. Да и у самих у нас. Будьте аккуратнее. Ветки, вот эти деревья, блин, осторожней. Смотрите, повнимательнее будьте. У нас, я не снял, у нас квадрик BRP. Вот такие, вот как сейчас я переехал, ветки, только они лежали вдоль трассы, и первый квадрик их наезжает, получается, эти концы поднимаются к ближней и прошивает квадрик насквозь двумя деревьями маленькими такими, но они не маленькие, вот, ну, наверное, вот
сантиметр 3-4. А третий бьет грудь водителя, и, блин, ну, он уворачивается, короче. Короче, повезло, и квадрик просто все повезло, то есть квадрик прошил, но просто через пластик весь внутри, ничего не попортило. Ну, бог спас, короче. Будьте внимательны, смотрите, чтобы перед вами квадрик не заде... Ну, держите расстояние, когда, тем более на скорости, держите расстояние, чтобы успеть оттормозиться и уйти. Ну, хотя бы притормозить, потому что если воткнется дерево, блин, это реально страшное дело. По морде можно получить ветками. Обязательно в шлеме, обязательно стекло, парни. Все, давайте, с вами был Родиончик Рэ. Пишите, оставляйте отзывы, передавайте привет друг другу, я не знаю там, и нам. Хоть мы маньяки, мы реальные маньяки, мы просто грызим для вас. На самом деле мы не такие отморозки, как некоторые думают. Ну пусть думают, а кто, мои зрители, они знают, что мы, в принципе, нормальные ребята. И можем помочь в трудную минуту. Спасти товарищей, ребят. Ну, короче. Нормальные бы пацаны, что я вам могу сказать. Только так вот могу сказать свое оправдание. Все, пока. Толян, как наша трасса сегодняшняя? Нет, трасса вообще... Это джунгли, пацаны, в натуре джунгли. Не знаю, кто здесь был, но мне кажется, ни одна братва здесь не была, кроме нас. Отвечаю, пацаны, нет. Не буду даже говорить, пусть думают, где это. Я сам не знаю. Но. Да мы сами не знаем. А тебе-то что знать? Да ладно, пойду. Ты ехай и снимай. Да это не я, ты им говоришь. Я пора СТ. Ну, реально красиво вообще. Просто сбивай космос. Его, козла! Космос! Это что такое еще? Это что за зверь? Так, ты кто? Ты что, с нами едешь? Нет. Нет, это не с нами. Опять отливает нам. Пацаны, что делаете-то? Что делаете-то? Этих, бобров ищем. А что, загоняете бобров? Да. Что, потом есть будем? Сильнее загоняйте бобров. Давай сильнее гоните бобров. Еще сильнее. Во-во. Сань, что пацаны делают? Так и знал, что бобра загонят. Куда? Во, бобер. Да, греется. Во, бобры приехали. Бобриные царки. Бобрята. Это бобрята, квадр бобрята. Квадр бобры. Че не едем? Че не едем? А, чё не едем-то? А я думал, я всё включил. Я тормоз. Thank you.
отца ее. Сила! Два дебила, это сила! Я сейчас перевернусь. Давай, братан, тяни! Давай, парни! Слезь с него, слезь! Есть! Давай, давай! Есть! Пошел. Я ничего не вижу, куда ехать? Где эта цеевка? Здесь столб, куда ты едешь? Там столб! Куда вы едете? Тут стоп! Парни! Куда едете? Толь! Толь! Тут... Давай, давай! Вот вас туда тогда, да? Давай, ну вы-то толкайте! Давай, иди толкай! Смотри, давай! Держи газ! Газу дай! Газу дай! Газ, газ! Где газ, 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 газ у тебя тут? Yes! Дайте я скажу. Два дебила, это сила! Еще, вон, вон, еще тогда. X8! Брат, а что это? Это X8, CF. Это LO. Это твой брат. Только мощнее. Это не брат, это LO. Сань, где-то там полез. Сань! Сейчас перевернёшься! Сходу тогда, Сань! Вот здесь, смотри! Вот здесь видно сход! Ровно! Ровно только, Сань, а то навернёшься! Ну вот, замес вам! Снимай, под вечер. Снимай, снимай. И пошел. Пускай и пошел. Пошел. Газу, газу, газу. О. Все, грамотный пацан. Грамотный. Тренируется. Тогда лебедка, я сам выехал. Давай, алло, выбирайся. Пока мы поехали. Ну давай. Давай, давай. Едем. Хер ее знает, где она. А что, все перебрались? Ну вот небольшой замес вам. Наконец, по катушке. X8 не может выехать. 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 Ты X8 вообще говно по поводу, смотри, нет, нет, смотри. Пошел рассказывать, рассказывай. Вообще сила. Лёх, X8 может выехать? Да. Не может выехать? Может. Ха-ха-ха, вот гад такой. Вот гад такой, не может признаться. Может, но не сегодня. Тяни сильнее, тяни, Толян, сильнее тяни. Тяни сильнее, Толян. Давай, давай. Нет, Алян, ты что-то хреново тянешь. Ты подготовый, Саша, подготовый. Подготовый, Саша, Саша. Чё не едешь-то, Лёх? Сейчас порвём лебёдку. Итак. BRP500 спас. X8. Три дебила, это сила.